Сегодня в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение от ЕДДС муниципального образования о том, что вследствие выпадения обильных осадков произошло подтопление в 3 населенных пунктах. В станице Куринская произошло сбегание склонных вод с подтоплением порядка 20 придомовых территорий с частичным заходом воды в дома. В социально значимые объекты в зону подтопления не попали. В районе хутора Городок произошел выход из берегов реки Кура. В результате произошло подтопление 51 придомовой территории. Предварительно вода в дома не заходила. В станице Нефтяная произошел выход из берегов реки Туха. В результате произошло подтопление 20 придомовых территорий. Предварительно вода в дома не заходила. Подтоплен один низководный мост через реку Кура. На место направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю под руководством заместителя начальника Главного управления Аркадия Сагомоняна. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба под руководством заместителя начальника Главного управления Алексея Мельникова. По состоянию на 18 часов 30 минут осадки прекратились. Уровень воды снижается. На место выдвинулось отделение аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, на вооружении которых находится одно плавсредство, световая башня, а также в составе группы беспилотная летательная авиация. Проведена комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования. Напоминаем, что на территории Краснодарского края сохраняет свое действие экстренные предупреждения по комплексу неблагоприятных метеоявлений, а также подъема уровня рек. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.